Крупнейший маринист русской живописи XIX века Иван Айвазовский много путешествовал и часто включал в свои морские пейзажи изображения известных архитектурных сооружений. Картина «Вид Леандровой башни в Константинополе» была создана Иваном Айвазовским под впечатлением от его первой поездки в Турцию в 1845 году. Причудливая восточная красота Константинополя не могла оставить молодого художника-романтика равнодушным, и в последующие годы он создал большое количество вдохновенных произведений, посвященных жизни города и его главным достопримечательностям. В центре композиции изображена Леандрова башня, открывающая вход в город с моря. Она считается одним из главных символов города. Башня была построена в XII веке на одиноком скалистом островке Босфора и выполняла функцию маяка. С ней связано множество легенд, например, легенда о двух влюбленных – человеке Леандре и жрице Геру. Жрица ежедневно зажигала в башне огонь, а юноша каждый раз проходил через пролив, ориентируясь на свет из башни. И вот однажды свет из башни пропал, и юноша, не справившись в темноте, погиб. Рано утром тело юноши прибило к берегу, и отчаявшаяся Гера бросилась в море с вершины башни. Картина написана Айвазовским в теплом рассеянном свете лучей заходящего солнца. Не случайно для этой картины художником был выбран вертикальный формат. Устремленная ввысь Леандрова башня выступает в качестве главной композиционной доминанты. Венчающему башню острому шпилю в едином ритмическом строе вторят вертикальные линии мачт, кораблей и минаретов. На фоне башни виднеются силуэты стамбульских дворцов и построек. Все они величественно возвышаются над морским берегом. Еще одной немаловажной деталью выступает солнечный закат. Он отбрасывает свою яркую дорожку прямо к началу картины. Айвазовский, изображая закат, еще раз напоминает о реальном расположении башни и самого города, демонстрируя его с востока. Все детали композиции находятся в тесном соединении между собой. Сценка из «Восточной жизни», изображенная на переднем плане, вторгается в пейзажный напев Айвазовского. Каик с красавицами-турчанками, скрытыми паранжой от посторонних глаз, стремится в Константинополь. Подобная сцена была также изображена художником ранее, в картине 1846 года «Восточная сцена. Каик с турчанками».